двух разных зайцев гоняет. Замолчали оба. Прошел заяц, свежий слепнул, и фагот за ним. Вот фагот. Вот сюда заяц убегал, я видел. Оттуда вот там стоял. Вон у тебя он сейчас крутит на одном месте, опять же, где поднял. Правильно, он заяц бегает одним те же кругами. Он не может его гнать. Ой, молодец, пошел, пошел. Следов очень много. Гонять тяжело. Одни жировки и тропы. Ты моего сейчас голос слышишь оттуда? Прием, мы его голос слышишь, как гоняет? Чего молчишь, скажи мне.
Ладно, пошли. Станем на квартиру. Это, вот где заходной след, были там следы? Выходил заяц там? Две собаки вместе пошли. А вон сколько набегали. Разных зайцев гоняли. Сейчас на одного поставили. Вот все хорошо, вместе идут. Наконец-то, бля. А я этого, блядь, сука, третий раз. Первый раз он, я его... Выключи раз. Прям мелькнул. Второй раз далеко он, короче, я видел, мелькнул. А третий, когда снял, он прям, ах, вот, блядь, в 20 метрах. Я стою.